совхозе «Лицкий» в этом году под озимый рапс отведено 750 гектаров. Урожай вырос неплохой, однако уборку этой культуры здесь начали лишь неделю назад. За это время убрано треть площадей. Урожайность сегодня была почти 28 центнеров с гектара. В совхозе «Лицкий» уборку начали на неделю позже. Причина – это сроки созревания. У нас в хозяйстве весь рапс 750 гектаров посеяно сортами. Соответственно, сорты созревают более позже, чем гибриды. В других хозяйствах имеется не на всю площадь, но на какое-то количество гибридов. Соответственно, они раньше начали уборку, чем мы. Другая причина. Мы каждый год, уже в практике это не первый год, делаем диссекацию рапса. Это подсушивание. Соответственно, для чего? Это более быстрее он созревает. Соответственно, при уборке минимальные потери. Мы по срокам успеваем, такой большой проблемы нету. На рапсе работают 5 комбайнов, на отвозке машин хватает. Как бы урожайность в этом году радует. На новеньком комбайне Полесье убирает рапс Александр Шостак. Он в совхозе «Лицкий» работает лишь несколько месяцев. Пришел сюда весной после учебы в Белорусском государственном аграрном технологическом университете. Что такое уборочное, Александр знает, потому что во время жатвы не раз помогал отцу, который в хозяйстве трудится больше 20 лет. Сын провел вместе с ним 11 уборочных сезонов. Условия труда не могут не радовать. Я работаю на новом комбайне КЗС-3219. Есть кондиционер, урожайность радует. В принципе, что еще нужно больше? Зарплата тоже хорошая. На этой неделе в совхозе «Лицкий» приступили к уборке зерновых. Их урожайность сейчас 46 центнеров с гектара. Планируется, что воловой сбор в хозяйстве будет не меньше 10 тысяч тонн.